Рад видеть вас на канале «Час ремонта». Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Electrolux EWH80 Centurio IQ Silver. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Накопительный электрический водонагреватель Electrolux EWH80 Centurio IQ Silver позволит не зависеть от перебоев в центральной системе горячего водоснабжения. Внутренний бак выполнен из нержавеющей стали с высоким содержанием легирующих элементов, способствует долгой и надежной работе прибора. А эко-режим обеспечит защиту от накипи, обеззараживания воды и нагрев ее до комфортной температуры. Водонагреватель можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что значительно упрощает выбор места для монтажа. Данная модель оснащена таймером отложенного старта, а модуль Wi-Fi является дополнительной опцией. Настройте работу по часам, и водонагреватель подготовит горячую воду к вашему пробуждению или возвращению домой. Вам не придется долго ждать нагрева, а 80 литров в баке уже будут готовы к использованию. Надежная теплоизоляция корпуса не даст воде остыть долгое время. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а устройство защитного отключения на электрическом кабеле от утечки электричества. В комплекте кроме самого водонагревателя вы получите устройство защитного отключения, предохранительный клапан, крепеж и документацию. Упаковка картон. Водонагреватель мощностью 2 кВт с электронным управлением способен нагреть 80-литровый бак до 75 градусов за 192 минуты. Аппарат требует наличия давления воды на входе от 0,8 до 6 атмосфер. В упрощенном виде принцип работы оборудования выглядит следующим образом. Вода собирается в специальном баке, нагревается до заданной температуры, которая затем поддерживается как в термосе. Для регулировки и поддержания температуры используется механический термостат. Модель оборудована USB-разъемом для подключения Wi-Fi модуля с возможностью удаленного управления из любой точки мира, что позволит экономить до 55% на энергопотреблении. Сам Wi-Fi модуль является опцией и приобретается дополнительно. Преимущества: две ступени мощности 1300 и 2000 Вт, экономичный режим, повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды, эффективная теплоизоляция, устройство защитного отключения электричества, УЗО, защита от сухого нагрева, защита от влаги IP X4, защита от поражения электрическим током, первый класс, таймер установки нагрева воды. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Программа удаленного доступа не работает полноценно. При нагреве свыше 73 градусов отключается предохранительный термостат. Мало горячей воды. Все условия гарантии соблюсти непросто. Потек через полгода после установки. Нижняя крышка по торцам полезла ржавчиной. Но есть и позитивные отзывы. Быстрый нагрев. Надежный. Безопасный. Хороший внешний вид. Удобство установки. Бак из нержавейки. Большой магниевый анод. Гарантия 8 лет. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!